И в завершении выпуска чудо, в которое не переставали верить. Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер возвращается домой. Накануне его выписали из швейцарской клиники, и теперь после продолжительной борьбы за жизнь всемирно известному гонщику предстоит процесс восстановления дома. А это длинный и долгий путь, ведь ему предстоит все начинать сначала. Двигаться, говорить. Напомню, больше полугода спортсмен находился под присмотром врачей, и лишь 16 июня он вышел из коматозного состояния и был переведен из Гренобля в Лозанну. Ранее сообщалось, что чемпион мира может уехать из госпиталя только ближе к Рождеству, однако считается, что восстановление больных, побывавших в коме, лучше проходит в домашних условиях. Хочется верить, что закаленный многолетними нагрузками организм спортсмена, а также бесконечная поддержка близких и вера поклонников и просто неравнодушных людей сотворят еще не одно чудо.